Так, ну чё, продолжаем, пацаны, проходить этот, блядь. У нас три ключа, кстати, есть, давай, как этой, блядь, пинтёмся к Татьяне. Ух ты, блядь, подождите, пацаны, забыл хуйню одну, ещё на паузу посмотрю. Так, я здесь, этот, три ключа нашли, мы надо ключи задействовать, короче. Блядь, а где тут гель 3500? Блять, а куда ж? Вдруг еще фонарь нахуй не нужен здесь. Подожди, а где эти коробы ебаные? Ебать, что-то я нихуя не въеду, бля. Да, хуй с ним, прокачаемся, пока гель использую. Вы что-то принесли с собой? Да иди нахуй. Ключ? А, да. Отлично. А, прямо здесь открывается, что ли? Некоторые, я не знал. Некоторые ключи открывают двери восприятия. Но этот не такой. Этот, да, ключ попроще, но тоже полезный. Да хуй с ним, давай, да. Не бойтесь. Открывайте. От содержимого больше пользы в ваших руках, чем тут, в заперти. Дай мне выбрать какой. Порох, блядь. А, вот так же. Давай вот этот. Ебать, порох. Да, вот этот. 100 запчастей, заебись. Так, 3600. Здоровье. Давай, пох. Отлично. Восстановление тоже надо. Ну, в принципе, все. Больше нихуя нету. Так, а что можно создать? У нас дохуя, короче, запчастей, блядь. Улучшение оружия выбрать. Пистолет уровень 1, нахуй. Огневая мощь. Шестьдесят пять деталей, блядь, осталось, на. Время перезарядки 50 деталей. Да нет, скоростенец нахуй нам не нужно. Ух ты, блядь, чуть-чуть деталей не хватает, ебать, надо печаль. Печаль-то какая, блядь. Ну, хуй с ним. Патроны для дроба. Так, а вот, подожди, а вот это нахуя мне? Так, а чё, я могу еще что-нибудь здесь юзануть, блядь, дробовик? Огневая мощь 90, нихуя себе. О, ёмкость с магазином, да. Все, 15 осталось. В принципе, пойдет, в принципе, заебись, нахуй. Так, давай сюда. Сейчас уже более-менее. Так, ну-ка дай-ка у тебя сохранку поймаю, блядь. Я не доверяю этой сохранке, которая написана на этой, на экране. Ну-ка втыкай. Я пойдем с вами исследовать район, ебать. Сюда, да. Ладно, будем ебашить вообще, похуй. Все. А теперь можно идти. Подожди. Ой, я еще могу пульс создать, да?
А не, мне пока достаточно, пока достаточно. Так, а как оно, блядь, подожди. Так. Ага. Пойдет. Так, что у нас по карте, ебать? Так вот, сюда направлять. Здесь я вроде был. Сюда я пришел. БТР Мебиус, арбалет. Да это хуйня, пока я туда не пойду. Там много зомби, дюжи, ебать. А я боюсь. Они страшные, сука. Ну-ка, что здесь есть что-нибудь? Че я поднял-то? А, порох в мусорке есть. Здесь нихуя нету. Так у нас там тоже дальше дойдет. Да, у нас тут дохуя большая локация. Тут что? Ага. Порох. Документы 6/40. Буклет, добро пожаловать в Юнион. Юнион окружен чудной природой, идеально сочетает очарование маленького городка с современным комфортом. В старые добрые времена, когда дружелюбные улыбки соседей были искренними и привычными. Оставьте суету и спешку, отправляйтесь туда, где вас ждут с распростертыми объятиями. Юнион, он хороший, что вы здесь. Нихуя себе хороший, блядь. Блядь, сюда нельзя, давайте. Блядь, хуёво. По большому счету нихуя нету, кроме цветка. А, еще есть цветок. А что это, бутылка? Каша у нас мусорка. Хуя нету, да? По-моему, вот это порох. Бля, опять бутылка. Как думаете, получится цветок без пальмы спиздить? Бля, цветок нужен, а птички создают. Заебатая вещь. Нахуй? А это что такое? Металлическая трубка сохранения, кстати. Тут никого нету. Я кого-то ебану нахуй. Ну, он встал еще резко, ебать. Я думал, что меня увидит, блядь. Упырь, сука, блядь. А, бутылок полный, да? А там я был. Был же, да? Ну да. Пойдем дальше. Нахуй. Так, все, наверх слазим.
и зомби заебись. Бля, давай посмотрим, как бутылка работает. Нихуя. Блять. Сука, они, бля, постоянно дрыгаются, пидорасы, блять. Ну-ка, иди сюда. Как это бутылки, как хуёво, когда работают, ебать. Честно. Ну вообще похуй, ебать. Что я кинул бутылку, вторую кинул. Бля, как далеко ходит, сука, а? Пидорас, блядь. Он вообще туда упиздил. О, возвращается. Бля, хочу стелсом убить. Можно это вообще, нет? Ха, сука, блядь. Сейчас он сюда придет, и мы его ёбнем. Ух ты, смотри, снайперка что? Бля, тогда по-любому придется его убить, нахуй. Ну иди куда-нибудь уже. Сука, ты посмотри, как ушла. А я, ебать, все-таки выжил этого момента, блядь, 2 минуты ждал. Так, что у тебя есть? Патрон для снайперской винтовки, блядь. Ну, блядь, очевидно, да. Неисправная снайперская винтовка. Корпус этой снайперской винтовки сильно поврежден. При наличии нужных деталей винтовку можно починить, но предыдущий владелец, увы, не может подсказать, где их найти. Ствол поврежден, но остальное вроде цело. Он умер, нахуй. Найти бы детали для ее починки. Журнал коммуникации запчасти, журнал коммуникатора, Китинг. Мы на крыше здания рядом с туристическим центром. У меня на снайперской винтовке барабан вдребезги. Срочно нужна помощь. Маккой, в сарае напротив автоматического юнина есть запчасти, только это на северо-западном конце города, так? Это уже у самого разлома. Ты что, спятил, Китинг? Мне плевать, где они. Принесите их мне, пока сюда наверх не добрались эти твари. Маккой, черт возьми, почему мне всегда достается самое опасное? Патроны для пистолета, блядь. Тут больше и нет нихуя, ебать, в принципе, да? Это попиздили отсюда, нахуй. Сюда никто не пришел случайно. Бутылка, ну-ка, теперь бутылку я смогу взять. Она нихуя не действует, вообще без понтовщины, ебать.
блядь, нихуя, ебать, прикинь. Стоп. Кто там? А, ну это, бля, можно резануть, в принципе, да. Я занят, не мешай. Не мешай, говорю, занят я. Пойдет. Ой, топор, нихуя. Чего это корете, бля? Ща, подожди. Пойдет. Ну-ка, если крысу убить, дадут опыт с ним? Хуй попадешь, что по ней. Или они не убиваются? Давай проверяй. Слишком много. Хватит ныть, Джеймс. Мы бывали... Нам крышка. Их слишком много. Хватит ныть, Джеймс. Мы бывали в переделках и похлеще. И мы лучше вооружены. Или будем, когда доберемся до припасов. Пошли. Их слишком много. Хватит ныть, Джеймс. Это было вроде, но... Вот где-то здесь сигнал бьет, да? Но это не красный, подожди. Здесь нихуя нету. Что он тут хочет показать? Слишком много. Это было. Да это тоже... Стоп. Здесь это. Да блять. Пизду, блять, одно и то же с лошадь, блять. Вот там в машине что-то было, ебать, слышь. Как это забрать, ну? А, вот так. Да, там, блядь, не... Ебать, сколько их... Не, ну нахуй. Блядь, а там, кстати, БТР вот этот... Находится, блядь. Ну-ка. Попробуй через окружную выйти, ну. Заебись, тут никого нету, но... БТР, блядь. Ну-ка, а тут нихуя нету? Нет, там уже какие-то другие поселения. Видел? Прямо из кустов, но. Хуя себе. Ну-ка, блядь.
Блях, нереально дохуя, ебать. Ну, не так сказать, что дохуя, но есть такое приличное количество. Ух ты, блядь, смотри. А где? А как фиксировать? Хватит ныть, Джеймс. Мы бывали в переделках и похлеще. И мы лучше вооружены. Или будем, когда доберемся до припасов. Пошли. Нам крышка. Их слишком много. Хватит ныть, Джеймс. Мы бывали в переделках и похлеще. Бля, еще эта хуйня постоянно? И мы лучше вооружены. Или будем, когда доберемся до припасов. Пошли. Ну показывай, что здесь, типа. Вот здесь вот что-то. Походу, наверное, внизу. Нихуя себе. Гвозди. Именно такие длинные гвозди из нержавеющей стали обычно используют для строительства. Из них получается отличная шрапнель. Это компонент используется для создания полезных предметов. Давай-ка поезда зашарим. Ух ты, смотри, нихуя. Еще один ключ. Давай-ка поезда зашарим. Хуя, вот этот дробовик нормальный, ебашит. Мне понравилось. Бля, опять фотоаппарат. О, подсумок какой, смотри. Подсумок для пистолета, о, охуенно. Нихуя себе, блядь. Ебать, не что вы мне прикажете делать сегодня? Не понял я чуть-чуть юмора, блядь. Типа замедление, что? Бля, дробовик хороший вечно, да. Оставить его надо. Забирается. Бля, сколько вагонов, да.
тоже не берется. А вот, кстати, в этот вагон тоже можно забраться. Блять. Меня не видят. А, я направление его понял. Я узнаю, как его ёбнул. Короче, траектория у него малая. Ходит он я. Все, он развернулся. Сейчас он пойдет обратно, и мы его тут ёбнем. Как вариант. Все, он идет обратно. И? И вот так нахуй. Ебать. Нихуя себе, блядь. Нет, дробовик нормальная вообще тема. Не, вот это я вот такого не ожидал, блядь. Бля, вот эту крысу если завалить, что будет? Хуй попадешь. Ну-ка, с ней сопли упадут, интересно? Три... Уй, блядь, только патрон перевел, блядь. Красный гель. Непонятное вещество кроваво-красного цвета. С его помощью открывается заблокированные ветки улучшения навыков. Хорошо. Отсюда не выходит, все, пиздец. Так, этот вагон. Сейчас все вагоны зашарим. Пойдем БТРу, короче, этот. Что-то там у нас какое-то оружие пиздато, типа, ебать. Оружие надо забирать, кстати. Тут нихуя нету. Так, тут тоже ничего нету. Ну, я, в принципе, тут все осмотрел. Так, ну осталась вторая часть поезда. А, это бутылка, он не берет ее.
блядь, прямо тут, сука, трется, пидор. Хуй заблокировано, блядь. А где-то давай идти. Может, здесь? Нихуя нам с той стороны все-таки. Давай тогда оббежим. И здесь хуй зайти. Бля, ну если сюда можно залезть, значит можно зайти, не? Он даже не хочет пиздить ее. А я подожди, ща. Не, нихуя. А, подожди, может тут? Бля, ну там что-то светится, блядь. Не, нихуя взаимодействия нет, зато, по-моему, здесь можно зайти. Бля, по ним хуй попадешь, смотри, по мышам, бля. Загадочная маска. У вас такое ощущение, что вы уже видели это раньше, но никак не можете вспомнить, где и когда. В любом случае, выглядит эта вещь очень круто, и вы решаете оставить ее у себя в кабинете. Ну-ка, блядь, я все-таки могу я попасть по мышонку там ебаному на. Подожди, а че, тут что, нихуя нету, типа, да? Вот это хуйня. Так, а дальше можно зайти? Ага. Хуй на ны, да? Я вот с этой стороны можно. Тут я был вроде. Ну все, что можно спиздить, я отсюда, короче, спиздил, я так понял. Да он не хочет залезать, ебать. На отрез отказывается. Блять, ну выходи, ты серьезно? Подожди, где выход? Бля, как все зашел? А, только через конец, что серьезно? Действует. Да, хотя цветок с пиздим, ебать. Ну, а сюда я пока не пойду. Пойдем к БТРчику, нахуй. Тихо-тихо, ебать, еще устанем. Так, 7 обойми, пистолет выпали. И 15 в запасе, блядь, надо стрелять очень точно. Иначе, блядь, можно сильно опиздюлиться, нахуй. У нас тут врагов немало, блядь. Пошли.
крышка. Их слишком много. А как эту хуйню в действие привести? Их слишком много. Хватит ныть, Джеймс. Мы бывали в переделках и похлеще. И мы лучше вооружены. Или будем, когда доберем клипа. Но? Их слишком много. Хватит ныть, Джеймс. Мы бывали в переделках и похлеще. И мы лучше вооружены. Или будем, когда доберемся до припасов. Пошли. Нам крышка. Их слишком много. Ебать, и что эта хуйня повторяется? Связи с Мёбиусом нет. Во. Мы потеряли контакт. Встать, бля. Я объявляю ситуацию Альфа-1. Ты знаешь правила. Альфа-1? Ты серьезно? Да что насчет команды техников? Хрен с ними. Пусть сами разбираются. Мы не морские пехотинцы. Своих не бросаем здесь вообще ни хрена не значит. Тебе что-то не нравится? Смеешься? Я давно мечтаю сорваться с Ривиди. Надоело пасти техников и бегать туда-сюда. Хорошо. Давай вскроем тайники с оружием, загрузимся и свалим. И вынесем всех подряд к чертовой бабушке. Неважно, кто перед нами, человек или монстр. И что это было? В любом случае, похоже, они были здесь. Но куда они делись? А? Что? Еще сигналы. Не уверен, что хочу с этими встречаться. Судя по разговору, они сорвались с катушек. Хотя оружие лишним не будет. Они не слышат, да? Сука. Блять, тут нельзя просто взять и зайти разъебать их, пацаны. Я, конечно, блять, понимаю, что... Но это пиздец. Или за... Или можно сделать по-другому. Можно залезть на крышу и тупо, блять, с пистолета всех перехуячить. Но я не знаю, патронов, наверное, и не хватит, блять. Тем более у нас вот раз, два, четыре. Зомбаков всякое очень дохуя. А можно, в принципе, зайти стелсом? Ну, блядь, как? Когда один смотрит, блядь, на, в спину другому. Если бы вот это было другое дело, то они, блядь... Умная дюжа, сука. Пизда, там нельзя, да, пройти? Да. Ща чем придумаем, ебать. Ща, нахуй. Этот дебил постоянно в конце трется, блядь. Ах ты говна кусок, блядь. Чуть-чуть, нихуя вас дохуя, пацаны, вы чё? А, они меня потеряли. Нихуя себе, ты видел?
Они пиздец, сука, они меня увидели. Я сосед за веткой был. Пизда, ну давай шарик тогда кинем этому пидорасу. Ну. Блядь, хуёво, нет такой фишки, блядь. Блядь, случайно юзанул, сука. Ща хуйня. Ща мы нахуй тупо шару, ёбну. Пизда, 4 патрона на. Хуй с ней, давай, ладно. Бля, они с первого выстрела-то хуй умирают, ебать, ты прикинь. А как по-другому, нахуй? Только так, ебать. Бля, еще этот ходит, пидорас, блядь. Пойду, кстати, коробку сломаю. Запчасти нужны. Всегда. Давай-давай, бери. Блядь, не густо, не густо. Ну хуй с ним, в принципе, троих я уебал, и доступ к бетеру у меня открыт. Это не может не радовать, блядь. Чем мы тогда заберемся? Блядь, что еще и здесь что-то сигнал идет. Давно я такого в руках не держал. О! Арбалет. Большая часть болтов арбалета страж. При стрельбе по вам действуют некорректные мины. Себастьян не будет активировать неконтактные мины. Если выстрелить с арбалета в стену, появится растяжка, которая другим своим концом прикрепится в какой-либо поверхности напротив стены. Красный лазер укажет при прицеливании, где появится растяжка. Этот бур для арбалета бьет электрическим током, когда перекидывается от противника к противнику, обезвреживая их, а иногда избивает с ног. Если выстрелить таким болтом в сломанный электрощит или воду, получится особый эффект. Что за хуйня? Гарпунный болт. Это боль для арбалета пронзает врагу. Гарпунные болты выстреливают беззвучно, что крайне удобно в определенных ситуациях. Крупные болты создаются из металлических трубок. Хуя они нахуй набежали, блядь. Упыри ебаные. О, что-то вижу. О, пистолетный патрон, вообще заебок. Так, ну надо. На 5 тогда пусть будет. Обычный гарпун. А как он нормально стреляет?
обычный. Ой, это порох, что-то я его не увидел сразу, ребят. Хуйня, иди нахуй. Так я в зоне этой хуйни нахожусь, да? Ну, не совсем так. Ебать. Что за хуйня? Хуйня, чуть ни хуя непонятно. В принципе, где они ходят, я там уже все зашарил, то что мне можно на них тупо не обращать внимания, ебать. А видят они все равно хуёво, по сути. А это чё, порох? Бля, что ты сделал? Что взял, хуй знает. Так, ну чё, самое время пришло сохранить и за этим все закончить, ебать. Блин, настоящий стос, пиздец. Ну, правда, блядь, местами. Убежище Анил, только сейчас зайдем, создадим этих стрел всяких, ебать. У нас трубки есть, в принципе. О, кофе как раз готово. Хули толк, на здоровье полное. Улучшение оружия. Выбрать. Пистолет. Да. 200 штук. Чего? Вам не хватает следующих компонентов. Каких компонентов мне не хватает? Че, ебанулись? Ебать, я ж подбирал вроде такую хуйню у меня. Так, дробовик. Особые детали, блядь, нихуя себе. Огневая мощь. 90. Арбалет. Время заведения. Гарпунный болт. Увеличенный урон. Пойдет. Создание предметов. Патроны для дроба, вот мне вот это надо. 6. Заебись. А, не хватает деталей. А, пистолетные патроны пока нахуй мне не нужны, да. Еще могу, да? Все, больше не могу. Так, назад. И к этой надо. Я не знаю, что у меня по соплям вообще. Есть что у меня, нет? Ебать, да беги ты, сука, заебал. Сейчас сходим, спросим. У меня еще, кстати, один ключ, если надо ключик заюзать. Ключ. Нет, блядь, не то. О, вот это мне надо. А, вот 6200, смотри, нормально у меня геля. На зомбаре почаще хуярить, гель с них собирать. Точно, точно. Детектив Кастелланос. Иди нахуй, всегда а. Всегда рада повидаться. Давай, кстати, ящик откроем, ебать.
Да, вот это. Аптечка содержит препарат, восстанавливающий умеренное количество здоровья. Лучше всего, чем шприц. Ебать, я думал, щипатры попадутся. Так, 6200 геля у нас. Так, скрытность, восстановление. Атлетизм. Давай качнем, а чё? Пусть так будет. Бой. Твердую руку дополнительно уменьшает. Блять, сколько? А, точно, я забыл, у меня ж нихуя нету. Скрытность, ладно, давай. Все потихоньку хуярит. Все, в принципе. Все, мать, я все сделал. Давай у этого чувачка. Блять. Сейванемся. Как он это вроде наружу, а это к нему вроде дверь. И можно, в принципе, произвести сохранку, ебать. А не, подожди, нихуя. У меня ж трюк есть, я не создал гарпунов, блять. Выбрать. Не, подожди. А, создание предметов, точно. Все. А, нихуя себе. Теперь, да, теперь все. Тут вроде сохранение написано, но я еще раз, ебать. На всякий случай. Сохранюсь. Принять. Ну чё, чуваки, на этом серия заканчивается. Все, кто смотрел, всем пока, чуваки. Увидимся потом. Там ещё что-нибудь делать, я хуй знает. Я ещё в этой игре не сильно одуплился. Всего доброго.